Всем привет! С вами снова канал Ontario 365, и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы приготовим с вами тарт с творогом и черешней. Для этого нам понадобится овсянка 1 стакан, яйца 2 штуки, черешня 300 грамм, творог 300 грамм, вода 4 столовые ложки, а также мед 1,5 столовые ложки. В самом начале необходимо измельчить овсянку в блендере. Затем овсянку смешать с одним яйцом, и туда я добавляю 4 столовые ложки воды. В этом стакане было 8 столовых ложек, но мне понадобилось ровно половина от этого стакана. Все хорошо перемешиваем и оставляем где-то на 15 минут для того, чтобы наша овсянка набухла. Форму я смазываю небольшим количеством оливкового масла. Отправляем туда нашу основу и равномерно распределяем по форме. Я это делала в начале ложкой, но проще смочить руки водой и все сделать руками. Такой тарт с творогом и вишней отлично брать с собой в качестве перекуса, либо также он подойдет на завтрак. Но именно в качестве перекуса его более удобно брать с собой, потому что он не ломается, не крошится. Помимо этого, его легко готовить. И недолго, что самое главное. Также он состоит из самых обычных ингредиентов, ну как и любой другой мой рецепт. Поэтому обязательно попробуйте приготовить такое блюдо. А теперь необходимо проколоть тесто вилкой для того, чтобы оно не надулось, не было пузырей и все быстрее приготовилось. И отправляем разогретую до 180 градусов в духовку где-то на 15 минут. Тем временем творог мы смешиваем с яйцом и с медом. Меда вы можете положить немного меньше по желанию. И все хорошо перебиваем блендером. А сейчас я вас, как и всегда, приглашаю к себе на канал Ontario 365. И не за рецептами, да-да, и бывает и такое. Обычно я вас звала посмотреть какой-то новый рецепт, но не сегодня. Сегодня я решила попробовать новый формат видео – влоги. Я уже ранее его пробовала, мне очень понравилось, но сегодня я решила сделать влоги о правильном питании, как совмещать правильное питание, когда ты на отдыхе, как не лениться, как там заниматься спортом, вообще, как не потерять мотивацию, как ее найти, найти терпение и очень-очень много других вопросов я там раскрываю, которые действительно очень актуальны, и я думаю, что вам будет интересно такое посмотреть. Обязательно заходите, смотрите и оставляйте там свои комментарии, потому что они мне очень важны, я такое делаю впервые. Поэтому ваше мнение мне очень важно. Затем туда же отправляем черешню и все перемешиваем. После того, как прошло 15 минут, достаем нашу основу и отправляем нашу творожную массу туда.
Если вам понравилось это видео, не забудьте оставить под ним свои лайки и написать комментарии. И обратно отправляем в духовку при 180 градусах уже где-то на полчаса. Вот такой вот по итогу тарт у меня получился. А у меня сегодня все. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.